очень важно родителям общаться со своим ребенком, обсуждать вот такие различные ситуации, которые могут с ними происходить. И, естественно, давать им какие-то вот советы, рекомендации, как нужно себя вести в каких-то таких ситуациях. Это нужно проговаривать очень по много раз, чтобы они понимали. Да? Очень важно ребенку понимать. Очень часто, почему дети совершают ошибки, они, в принципе, не знают о последствиях, к чему могут привести какая-то любая данная ситуация. Поэтому нужно ребенку объяснять и рассказывать о последствиях. И, соответственно, выработать тактику, как нужно себя вести. И здесь можно научиться такому правилу, правило трех слов. Никогда, словосочетание получается. Никогда, никуда и ни за что. И каждый раз, как бы ребенок, не дай бог, если попадет в эту ситуацию, он будет вспоминать это правило и действовать согласно его плану.